Так, братцы, сейчас, подожди. Перезагрузился еще раз. Вот, извините, ради бога, вы же знаете, что я туповат с техникой. Сорян, по бодибилдингу будете участвовать? Ребят, честно говоря, пока не хочется. Пока не хочется, но с Денисом Гусевым общались. Если и буду, то через год, не раньше. Так, с Яндиевым я познакомился в зале в одном, мы занимаемся с ним в одном зале. Очень воспитанный, очень приличный парень, такой прям очень близкий мой друг, горжусь знакомством с таким замечательным человеком. Нужна площадка в Нальчике, будете открывать? У вас, ребята, меня на днях тут пригласили в Нальчик, ребята, и я думаю, осенью я к вам приеду точно в гости. Осенью точно приеду в гости, в Питер пока не планирую. Пока не планирую. Написано СН, зачем? Что зачем? Так, в Украину пока нет, ребят, пока нету времени, к сожалению, но очень скучаю за домом, обязательно съезжу. Сергей Николаевич, если при устройстве площадки участвовать ЕР, это не помеха, но если ЕР это не мешает, то мне, в принципе, пофигу, я только с гомосексуалистами стараюсь не работать. Как считаете, КМС по пауэрлифтингу, 18 лет это хорошо, это прекрасно, это очень круто, я бы даже сказал. Площадку в Лазаревском, ребят, площадку в Лазаревском, мы выбираем там пока место, тут, к сожалению, Сочи, прибрежная линия, понимаете, она вся так распределена, но приложу все усилия, чтобы открыть. Мы планируем открыть площадки от Сочи до Геленджика в самых крупных населенных пунктах, а потом, в принципе, основная идея открыть в Сочи и в крупных, таких типа Туапсе, Геленджика, целые большие спортивные пляжи. Таиланд кемп, зимой поеду на 2 недели, присоединяйтесь, буду очень рад. Просто покупайте билеты, прилетайте, я дам информацию, когда я там буду, присоединяйтесь, все for free, все помогу, подскажу, тренируйтесь. Так, к шпаку я никак не отношусь, ребят. Больше ждите выпуски про Таиланд. Сегодня зайдите на мой канал YouTube, у меня новый проект начался, Шанти и Кэш, ребят. И прям, ну, по-моему, очень интересно. Блин, эти... очки, они меня доведут до нервного срыва, господи, держать их постоянно на носу, ладно. Так, Сергей, помогите с площадкой на Славянском бульваре. Это где, в Москве, что ли? Как похудеть с 152 до 115? Ребят, ну, диета и кардио. Качалка это в самую последнюю очередь, честно вам скажу. Славянский бульвар в Москве. Ну, ребят, в Москве, честно говоря, народ балованный, потому что площадок у нас очень много. Мы пока работаем с регионами, потому что тут вообще караул. Так, в какой части вы служили? 8-я отдельная бригада спецназначения ГРУ ГШ, 1988-90. Как тренироваться после болезни? Ну, сначала полное восстановление, ребят. Смотря какая болезнь, очень сложно мне сказать. Так, что-то опять у меня вопросы пропали. Ну, что такое? Что происходит, ребят? То ли у нас с интернетом... А, нет. Следующая субботняя практика будет в Москве на следующей неделе. В воскресенье мы делаем практику в Белореченске. Я отдельно скажу. Значит, так что вот так. Осенью Бадюкфест в Москве не будем проводить, только летом, ребят. Ну, очень занимает много сил, финансов. Родина не помогает. Я имею в виду, Родина большая. Партия Родина помогает, но пока нет. Раз в год и все. Третья БРСПН. Привет, парни. Как накачать грудь в ширину? Ох, ребят, не знаю. Ну, отжимания, брусья, хотя их не очень люблю. При выполнении всех рекомендаций цигун, растяжка, силовое пробуждение, засыпание трачу 4 часа в день. Вы разбивайте их, ребят. Что-то у вас очень... Ну, у меня тоже уходит 4 часа, просто я по дню их бью. Набор массы, нужно много есть, да. 6-8 приемов пищи в день не минимум. Красноярск, привет. Значит, как относитесь к федерации АВПЦ, ВПЦ? Ну, прекрасно, я в этой федерации выступал. Кстати, сегодня ребята приезжали с АВПЦ, здесь сочинская местная. Мы там с ними мероприятие одно планируем. На турнике и брусьях можно набрать массу, прекрасно можно набрать массу, ребята. Я, честно говоря, с возрастом все меньше беру железо. Ну, такой хват тренирую, конечно, а так турник, отжимания, прекрасно. Разбивать в смысле один день? Да, правильно, разбивайте по дню и по неделе. Кардио натощак, вообще мнение, оптимально, когда готовился к турниру по бодибилдингу, просыпался, с утра там полчаса походил, чайку попил и на голодный желудок час кардио. Только таким образом и пошла сушка реально. Но реальный результат я увидел где-то на 6-й неделе.
на 6-й неделе только. Не могу определиться с питанием, с кем нужно посоветоваться. Ребят, посоветую, если для бодибилдинга, лучше Гусева я пока не встречал, так что советуйте с ним. Взял в Крыму хорошую площадку под суеди недавно спорта, видео скинул в директ. Давайте, давайте, я буду в Крыму, говорю, буду в Крыму в воскресенье следующее. Как накачать боковой пресс? Ух, ребят, ну я не специалист по прессу, с крутками, скруточки и все. Как относитесь к сыроедению? Прекрасно, ребят. Я, честно говоря, у меня даже был небольшой опыт. Я тут 3 недели просто на сыроедении побыл вот в Таиланде. Мне очень понравилось. Но я решил, что буду делать это только летом и только в Тае. Как скинуть немного веса? Ну, сколько немного? Ну, ребят, кардио, диета, все. Так, расскажите про движение в неполную амплитуду. Но я его практикую, ребят, только в том случае, если, не дай бог, травма. Оно позволяет тренироваться, в принципе, и не пропускать тренировки, когда там связочку потянул, что-то такое. Ну, бывает, вот бицепс качаю в неполной амплитуде, только пиковые сокращения. Я делаю одно упражнение на бицепс, это тяга блока, сидя. Мне показал его Коля Ясиновский, мне очень нравится. Там неполная амплитуда и очень так прекрасно прорабатывается бицепс, мне очень нравится. Ребят, приглашайте своих друзей еще, делитесь эфиром, то есть мы можем сегодня еще много о чем интересном поговорить. Площадочку в Подольске, ну слушайте, там Подольске, давайте я заеду, у меня там много друзей сегодня, кстати, с подольскими ребятами здесь встречался, сделаем что-нибудь. Про канат, ну мне не очень хороший, ну, честно говоря, я не практикую, просто дома мне некуда его повесить. Базовые упражнения для спины, самое главное, это подтягивание. Семинары в этом году, ребят, семинар в Сочи 1 сентября в 6 часов вечера. Это в парке, как парк называется правильно, подскажите мне? На пляже Ривьера, там есть парк, в 6 часов вечера открытый бесплатный семинар по силовая подготовка для единоборств. Приходите, буду рад всех видеть. Буду очень рад всех видеть. Там будет большая программа достаточно, так что буду рад. В Пензу нет, пока в планах нет. Посоветуете ли спецпитание? А что это такое, ребят, я не понял. Вот, как часто практикуете стояние столбом? Каждый день с утра, на практике, каждый день. Сейфа видел очень давно. Он, когда вышел из тюрьмы, мы встретились с ним, пообщались. Ну, так слышал краем уха, что все в порядке у него, как бы тренируется. В Крыму, где буду, пока не знаю, ребят. Буквально завтра, послезавтра получу информацию, выложу в Инстаграме. С какого раннего возраста можно отдать ребенка в спортивную секцию? В принципе, ребят, ну смотря какой вид спорта, ну я думаю лет с 5 реально, потому что раньше, ну это уже, ну перебор. Присушки делали вакуум? Да, делал. Реально помогает. Я не скажу, что я большой мастер вакуума, но обязательно старался делать, так что. Вот. Но я говорю на украинском языке, русском, английском, свободно. Лучшие упражнения на плечи, ну, разводочка, скорее всего, разводка, ребят, небольшим весом. Я брусья вообще не использую. Вот будете на соревнованиях по лифту? Нет, по лифту уже точно выступать не буду, ребят. По русскому жиму еще, может, выступлю, а вот по жиму нет. Как убрать пузо эндоморфу? Ешьте меньше углеводов быстрых и бегайте, все будет. С какого возраста заниматься? Ребят, ну я небольшой спец, но я думаю лет с 15 можно уже в принципе там начинать. Но только самое главное, это присутствие хорошего тренера, ребят. В Омск пока не собираюсь. В Германии был очень-очень давно, наверное лет 10, если не больше. А, Бузулук мой родной город, я там прожил 1.5 года. Привет. Ну приглашайте, приеду. Можно ли принимать геймер в 17 лет? А почему нельзя? Можно, но есть у вас показания к приему геймера. «Страна героев» снято, 4 новых серии, осенью ждите премьеры. Очень крутые серии снял, ребят, так что смотрите, буду очень рад. Буду очень рад. Ребят, присоединяйтесь еще к нашей трансляции, оповещайте друзей. Давайте, у нас еще есть время, сколько у меня там времени? У нас еще 35 минут, можем поболтать. Как укреплять колени и что для этого кушать? Ребят, колени укрепляются статодинамическими приседаниями по Силуянову. Обратитесь к его видео, к его рекомендациям, это лучшее, что есть. А принимайте добавочки хондроитин и глюкозамин. Новый фильм вышел сегодня на канале в Ютубе, смотрите. Серии монтируют, ну, по-разному, ребят. Есть фильмы, которые уже год монтируем, есть то, что делается за неделю. В перископе я сижу первый раз. Очень интересный опыт.
Шлеменко буду снимать обязательно. В Москве на Цигун, ребят, ну, господи, Кванлину, хорошая школа. Спасибо, ребят, спасибо за вопросы, давайте, продолжайте. Ну, татуировку, ребят, не знаю, это личное очень решение. Если вы задаете этот вопрос, то, наверное, вам пока она еще не нужна. Курс по МБШ от вас есть? Это нет, Миша Шилов там выкладывал, он хорошо, грамотно очень пишет, так что мне нечего дополнить. Как восстановить осанку? Ну, подтягивание по голтису рекомендую. Так что... Город Серпухов и Протвино пока не планировал, ребят. Пока не планировал. Так что статодинамики для плеч так же хорошо, как на колени, я не думаю. Не думаю, вот колени мне очень нравятся. Они реально работают, ноги реально работают, и выпады я делаю. А как укрепить спину девушки? Подтягивания по голтису. Как ухаживать за бородой? Ухаживайте, стригите, к доктору ходите, к парикмахеру. Если нет мениска, что делать? Ну, как мениска нет? Вам наверняка же его поменяли. Искусственный стоит. Ребят, что еще вопросы? Я не жалею татуировках, ребят, ни разу. Мне они нравятся, я делаю их в сознательном возрасте, уже там далеко за 30. Ребят, всю одежду для тренировок я шью на заказ, сам рисую. У меня есть хорошая девочка, которая шьет, и все мне. На Олимпии Москва буду обязательно. А, ребята, я обещал видео записать, поздравления, мне парнишка вот напомнил. Запишите прямо сейчас, пожалуйста. Да. Спасибо, что напомнил, дорогой, я просто забегался. Мы сейчас запишем и вам отпросим, отправим. Значит, как относитесь к йоге? Ну, прекрасно отношусь, что йога прекрасная практика. Прекрасная практика. Ну, я сам даже немножечко занимаюсь йогой, мне очень нравится. Так, давайте еще вопросики, друзья, не спим. Во вторник в Шанти практики не будем, в Краснодаре мы, хотя стоп, мы, наверное, сделаем в среду, ребят. Смотрите за Инстаграмом, наверное, в среду сделаем практику, да. В Штаты не собираюсь, меня в Штаты не пускают, я у них в санкционном списке. Для набора массы питаться минимум 6-8 раз. Как, ну, планируйте время, режим, ребят, главное режим. Мужу Руслану из Уфы огромный привет. Руслан, привет. И вообще Уфе привет, ребят. Сегодня ребята из Уфы подходили. Мы здесь на пляже ходили, фотографировались. Ребята подходили. Мы по работе двигались через пляж. Так, как песня Мацураева, я не слышал, ребят. Не слышал. Еще вопросы, пожалуйста, ждем. 6 раз, вы знаете, но если у вас набор массы, то, наверное, большими порциями. Конечно. Если с гонка, то минимальными. 25-17 перископом собирает вопросы в группе. Хороший вариант общения. Ребят, я первый раз пользуюсь. Меня, если бы не друзья здесь подключили, так я бы и сейчас. К Макгрегору отношусь прекрасно. Очень яркий, очень своеобразный борец. Такой настоящий. Он крутой. Он реально крутой. Это прям гений боев, зрелищный. Он мне очень нравится. С удовольствием смотрю его бои. Даже когда он проигрывает, он все равно делает шоу. Он красавец. Гормон роста, ну, ребят, это хорошо в умеренных количествах. Просто если вы не консультируетесь с врачом профессиональным, то даже не экспериментируйте. Протвино, слушателю Андрею Васину отдельный привет. К Поветкину отношусь прекрасно, мы с ним близко дружим. Выдающийся спортсмен, выдающийся человек. Просто высочайших моральных качеств. Дай бог, чтобы таких было побольше. Адаму привет тоже, Абакарову. Спасибо большое. Я националист, что-то новое про себя узнал. Тут писали, что я еще фашист, ребят. Моя еврейская родня рыдала. Весь Израиль хохотал, там, на коленках ползал. За Олимпиадой слежу, вчера болел, реально болел. Ребята, наш парень по греко-римской боролся, проиграл 2 балла. Я так психанул, что перестал смотреть телевизор, убежал в коридор. Потом вернулся, уже он вел, просто сильно очень нервничал. Красавец, парень, выиграл, явно выиграл. Финал с украинцем боролся, сильный украинец очень, но выиграл. Жалко парня украинца, конечно, тоже финал, но финал только один. Слава богу, что выигрывает, ребята, молодцы. Бороду брить не буду,
Вот. И на ты ко мне давайте не обращайтесь, скорее всего, вы еще молоды для такого обращения ко мне, уважаемый. Да, ребят, ну что, еще вопросики? Спасибо, спасибо. Вообще, друзья, спасибо вам огромное, что вы нашли время вечером, в принципе, там хрустят колени, что делать. Ребята, хондроитин, глюкозамин, коллаген. Принимаем 3 месяца, 3 месяца перерыв, потом еще 3 месяца. И это в году надо 6 месяцев попринимать, плюс статодинамика приседания. Вот, и вот так, и все будет нормально. Музыку, ну, 25-17 люблю очень сильно. Бригаду С. Ну, такую старую, кино очень люблю, ребят. Пуэр я не люблю, я на нем сижу, ребята, сижу жестко такой, да, я чайный алкоголик, ребят, чайный пьяница, как про меня сказал мой близкий друг. Болит голова на тренировке, что делать? Срочно к доктору, контроль давления, может плохо все закончиться, вплоть до инсульта. Обязательно проконтролируйте внутричерепное и внутриглазное давление, ребят. Это вот кто мне написал, это очень плохой звоночек такой, поэтому обязательно ни в коем случае не заниматься при головных болях. Давайте поставим лайки Сергею Николаевичу. Меня Голубочкин обсирает, не знаю. Надо сейчас набрать Диму, я вчера с ним говорил по телефону, вроде нормально. Какая у меня машина? Большая, удобная, мне очень нравится. Сергей Николаевич, при ранней грыже спины возможно ли спину и грыжу закачать? Слушай, старик, ну у меня 6 грыж как-то закачали, все живут, тренируюсь. Ваш топ-5 спортивных добавок. Изолят, потом добавки для суставов, я уже их перечислял. Так, БЦА однозначно. БЦА однозначно, при тренике стараюсь не принимать. Да, пожалуй, все, ребят. Вот мне вот этого вполне достаточно. На соревнованиях, конечно, применял гораздо больше, но там соревнования были. Часто зеваю на тренировке, хоть усталости не чувствую. Что посоветуете? Ну, может, не восстанавливайтесь, высыпайтесь. Высыпайтесь, пожалуйста. Сон самое главное. Зачем иду на выборы в Госдуму? Реально, ребят, задолбался ходить с протянутой рукой и выпрашивать денег на площадке. Поставил 46 площадок. Хочется, как бы, чтобы не я бегал, чтобы площадки стояли, по крайней мере, во дворе каждой школы. Постараюсь хоть что-то сделать. На самом деле же увидите, тут же все очень просто. Как бы выберусь, увидите, не выберусь. Ну, тоже ничего страшного. Тут у меня ситуация еще лучше. Какой спортпит посоветуете новичку? Ребят, берите только проверенных производителей. Я тут буквально недавно, мне подарили даже, ребят, подарили спортпит. Причем, ну, такой банка красивая, все из лучших побуждений. Ребята, я его, честно говоря, очень хорошо чувствую. Я начал эту баночку пробовать, что-то ничего не пошло. Додали на анализы, потом ребят предупредил, а там фейк. Причем производитель импортный. Берите у проверенных продавцов. Я тут рекламой не занимаюсь. Ну, там трек хороший, там американцы хорошие, VP-Lab хороший. Но только если покупаете, знаете у кого. На Алтай очень хочу. У меня там сейчас друзья проводят семинар по ТСКАО. Сегодня говорил с ними по телефону. Бывало, что делали перерыв в занятиях цигуном. Да, раньше по неопытности, да. Но вот я могу пропустить все, что угодно, но цигун стараюсь не пропускать. Проводятся субботние тренировки, а еще нет. Я практики, ну там, где я есть, там всегда практику провожу. В Ростов планирую приехать сразу после выборов, ребят. Я там буду снимать 2 новых фильма из «Страны героев». Ребят, приглашайте друзей на трансляцию. Сергей Николаевич, семья Цыханов. А, привет! Привет, ребята! И в Махачкалу заеду обязательно. Обязательно. Спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо, что приглашаете. В Махачкале никогда в жизни не был. Обязательно приеду. Много друзей у меня там. Упражнения, чтобы начать подтягиваться. Ребят, самое лучшее, конечно, если есть возможность ходить в фитнес-центр, это гравитрон. Если нет, то подтягивание по Голтису. От приседания в пару растет горб. Ребята, подкорректируйте технику. Ну что, Кубань? Кубань – прекрасный край. Кубань – это Кубань. Вы знаете, я, честно говоря, влюбился в Кубань. Чем больше здесь езжу. На днях тут был опыт. Я заехал, ехал с Геленджика и заехал на Дольмены. Я первый раз был на Дольменах. Ребята, рекомендую. Приедьте. Кубань – это вот, ну, это такая, знаете, Россия в миниатюре. Тут и все. Горы, море, равнины, леса.
Места прекрасные. Единственное, что жутко напрягает, это напрягают пробки, конечно. Я первый раз в жизни простоял 11,5 часов в пробке, ехал 270 километров, конечно. Если бы не медитация, тайдзи по дороге и фотографии с фанатами, наверное, бы сдох. При артрите плеч, чтобы посоветовать. Ребята, кальций поможет, но сам по себе кальций не поможет. Кстати, сдайте анализ на кальций перед тем, как его принимать. Можно заработать кальцинирование суставов, это еще хуже будет. Поэтому проконсультируйтесь с доктором. Осанка выравнивается прекрасно. Ну, во-первых, контролируйте ее. Во-вторых, подтягивание по голтису, весь комплекс. Там три типа подтягиваний. Зайдите в интернет, вам в помощь. Там техника выписана прекрасно. Ну что, еще давайте вопросиков минут 10 поработаем и разбежимся спать. Какими медитациями? Ребят, я делаю один комплекс цигун, который меня научил мой мастер. И один утренний, один вечерний. Мне, в принципе, и хватает. Так, что-то проскакивают быстро вопросы, не успеваю на все реагировать, ребят. Давайте, давайте еще. Какая погода прекрасная в Сочи. Кстати, как вытянуться летом? Можно, если, в принципе, лет до 25 можно вытянуться еще. Это висы всевозможные и плавания. Висы, турники, плавания в этих... Денис подсел. Денис красавец, ребят. Денис прекрасный спортсмен, талантливейший тренер. Кстати, у него очень неплохо идет тайский бокс, мне нравится. Можно ли приседать с межпозвоночной грыжей? Если вы не выступаете по пауэрлифтингу, ребят, то я бы приседания с весом заменил лучше жимы ногами, сделал. И выпады просто, выпады с цепью я делаю. Вот у меня цепь там 16 килограммов и 24. Мне очень нравится, спину не так грузит. Очки у меня есть, я просто, ребят, не успевал доехать домой, у меня рука уже точно устала. Я пенсне пользоваться не умею. Мастеру на цигун вряд ли, ребят, он не берет больше. Мишу Кокляеву перископ, очень хочу пообщаться. Ну, позвоню, мы с ним пообщались на днях, приглашу. Во Владимир, я был недавно во Владимире, ребят. Был. Позвоните, ребят, ну я не звоню по чужим телефонам, мне бы тут с друзьями пообщаться, честно, не обижайтесь. Можно ли заниматься с пупочной грыжей? Можно, конечно, но лучше ее устранить. Есть методы, зайдите, господи, к этим ребятам, как они... Ой, забыл. Есть методика, ее вправляют совершенно спокойно, безоперационно. Если не слишком сложный вариант, так что... Забыл, господи, практика. Если вспомню, напомню вам еще, ребят, скажу. Ну что, еще давайте парочку вопросов, на сегодня будем прощаться, друзья. На самом деле, очень вам благодарен, что нашли время для меня. Мне как-то очень интересно. Вот, дайте в Краснодаре устроим встречу со спортсменами. Устроим, ребят, прям следите за Инстаграмом. У нас там большие планы. По вторник, среда, четверг будет очень насыщенная программа в Краснодаре. Очень насыщенная программа в Краснодаре. Следите, краснодарские ребята, прям буду рад вас всех видеть. Про папу не забудем, прямо сейчас записываем. Прямо сейчас записываем, и мои друзья сразу вам отправят видео. К Energy Diet, ребят, я не пробовал. Ни хорошего, ни плохого, ничего не скажу. Друзья у меня сидят на ней, ну так рекомендуют. Я, честно говоря, как-то доверяю своим диетам больше. Разбивать цигун растяжки можно чередовать по дням недели. Цигун оставляйте каждый день, а растяжку и силовые я разбиваю, иначе не успеваешь, конечно. Там силовая 3 раза в неделю, цигун каждый день, растяжка 2, тяжелая. Ну что, парни, ОС всем, спасибо вам огромное за ваше время. Следите, я думаю, что мы из Краснодара сейчас вместе с ребятами будем, соберем большую компанию, проведем совместную встречу с вами. Я вам очень благодарен за корректные вопросы, за корректное поведение. Не обижайтесь на убогих, которые фигню пишут какую-то. Ну, понимаете, там же не всех дураков война поубивала. Надо к ним относиться как-то так вежливо, с терпением и с пониманием, просто как врач. Все, братцы, я вас всех люблю, обнимаю, всем заниматься. Сейчас всем вкусно покушать и в люлю. И поболейте еще за наших ребят, спортсменов. Спокойной ночи всем, спасибо вам, друзья. Я вам очень признателен.